Правила безопасности от юных экологов. На базе Биробиджанского центра детского творчества стартовала ежегодная акция «Сохраним лес от пожаров». Школьникам напомнили, опасный сезон в этом году стартовал очень рано. С конца марта в регионе уже сгорело больше 20 тысяч гектаров тайги. Предотвратить дальнейшие возгорания можно только работая с населением. Поэтому ребята вышли на центральные улицы города, где напомнили биробиджанцам о правилах поведения в лесу. Когда ты ходишь на пикник, обязательно тушить за собой пожар, тушить за собой костер. Нельзя оставлять его. Нельзя кидать бутылки, иначе солнце, если жарко, очень может загореться. Акция «Сохраним лес от пожаров» лишь первая в списке. Для школьников подготовили экскурсии по древесным плантациям и другие природоохранные мероприятия. Конкурс на правильность разведения костра, правильность его как потушить, установить палатку. То есть, чтобы детям было не просто, что вот прочитали нотацию, а им показать, им будет интересно. И также мы привлекаем их к посадке, потому что он руками своим почувствовал, насколько этот труд сложный.